Всем привет! Друзья, сегодня покажу и научу, как приготовить вот такую вот восхитительную закуску из баклажанов и помидоров. Ничего сложного, но я вас уверяю, на любой праздничный стол отлично подойдет. Все вкусно, ароматно и невероятно сочно. Давайте начинать! И нам понадобится вот такая небольшая горстка овощей. Помидоры, баклажаны и чеснок. Еще, конечно, понадобится и сыр. Но мы, друзья, начнем с баклажанчиков. Нарезаем их на кружочки. Вот такие вот. По толщине 0,5 сантиметра. Каждый кружок баклажана вот так вот расписываем. То есть разрезаем, надрезаем с двух сторон. В виде тетрадки в клеточку. Перекладываем заготовки в чашку и присыпаем щепоткой соли. Будет достаточно. Перемешали, чтобы соль распределилась и попала на каждый кружочек. И оставляем в сторонке на несколько минут. А мы тем временем пропускаем чеснок через пресс. Сюда тоже небольшую щепотку соли. Немного свежемолотого перца. Я его вот так вот растер в ступочке. Также итальянские травы, чайной ложки будет достаточно, и растительного масла, тоже несколько ложек. Вот такую вот помазку, такой соус мы с вами приготовили. Ох, ароматненько! Включаем духовку на 200 градусов и теперь чесночным маслом с каждой стороны промазываем кружочек баклажана и отправляем на подготовленный противень. Я его застелил пергаментом. Будем запекать минут 15. Температура 200 градусов. Вот такие баклажанчики у нас после духовки. Теперь остается кружок помидора. Ну вот, помидоры тоже нарезаем вот такими кружочками. Сыр я натер. Белорусская моцарелла. Немного на баклажанчик и сверху по кружку помидора. И уже здесь вот сверху сыра чуть побольше. Между баклажаном и помидором, чтобы вот эти вот овощные слои склеить. Ну, я так думаю. Вот такие вот башенки мы отправим еще раз в духовку. Я ее не выключал. Те же 200 градусов. Минуты на 3, на 5. Ориентируйтесь на свою духовку. Наша задача, чтобы сырок расплавился. И все. Все очень просто, друзья. Горячая закуска готова. Очень ароматно и невероятно классно получается. Вкусно, мама дорогая! Друзья, единственное, перед подачей я посыпаю зеленью. Порубил вот так петрушечку и будет достаточно. Вот так вот. Чудесно, просто, легко и очень вкусно у нас получилось. Закуска из баклажанов, помидорчиков и сыра. Друзья, готовьте вместе с нами и приходите завтра. Приготовим что-нибудь еще.